Кроссовер или двойной блок – это тренажер, который дает большие возможности проработки многих групп мышц. Сейчас мы рассмотрим упражнение, которое называется «сведение рук». Это изолирующее упражнение для тренировки грудных мышц. Причем в разных вариантах нагрузка будет идти на разные их участки. Возьмитесь за рукояти двойного блока. Для большей устойчивости одна нога стоит чуть впереди. Корпус наклоните немного вперед. Спина прогнута. На выдохе сведите руки и соедините их на уровне низа живота. Обязательно сделайте секундную паузу и на вдохе верните руки в исходное положение. Во время выполнения упражнения руки должны двигаться в одной плоскости и под углом к туловищу. Локти слегка согнуты и остаются таковыми на всей амплитуде. Туловище неподвижно, спина прогнута. Это классический вариант выполнения данного упражнения, при котором основную нагрузку получает нижний отдел грудных мышц. То, какие участки грудных мышц вовлекаются в работу, зависит от угла между руками и туловищем. Например, для проработки средней части груди руки должны быть перпендикулярны туловищу, то есть вы должны больше наклониться вперед. Вариант, при котором нагрузка ложится наверх груди, выглядит так. Также сведение рук в кроссовере вы можете выполнять лежа на скамье с разными углами наклона. Проявите фантазию, и тренировка получится более разнообразной. Не круглите спину. Не прижимайте локти к туловищу. Не сгибайте сильно руки в локтях.